Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала «Чужое мнение». В эфире новости шоу-бизнеса. 43-летний Павел Деревянко прививает детям любовь к чтению. Вместе с 9-летней Варварой и 6-летней Александрой актер заглянул в домашнюю библиотеку. Смотрите, у нас избалька. Вот старшая. Вот младшая. Ну, а вот самая старшая. Хороший. Исполнитель главной роли в сериале «Домашний арест» счастлив в браке с 43-летней бизнесвумен Дарьей Мясищевой. Они вместе уже 10 лет. Супруги долгое время практиковали свободные отношения. Познакомившись с Дарьей, актер не сразу смог расстаться с холостяцкой жизнью. Он остепенился только когда родилась младшая дочь. Теперь же звездный отец старается больше времени уделять семье, особенно подрастающим дочерям. Павел играет с девочками и занимается их развитием. Сегодня Деревянко похвастался девочками. Артист показал их с книжками в руках. «Посмотрите, у нас тут изба-читальня. Вот старшая, вот младшая с книжкой», — пояснил Павел. Он сделал селфи на фоне книжной полки. Павел выстроился с девочками в три яруса. Выше всех стояла Варвара. Девочка, одетая в красное платье с цветочным принтом, обнимала отца за плечи. Далее расположился сам Павел, а в самом низу сидела Александра. Малышка в белом свитере обхватила отца за руку. Трио из шкафа, лаконично обозначил артист. А что вы думаете по этому поводу? Оставляйте свои мысли в комментариях, оцените видео лайком, не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить важные новости. И помните, мы ценим чужое мнение.